Чего так? Ну, набил полный рот, да, теперь не знаешь, как проживать? Еще долго будем ехать. Живой, живой. Да не переживай. Сейчас мы приедем. Время спать уже. Оксана переживает, что Валику уже нужно спать, а мы все еще стоим, не можем доехать до Неаполя. Так, ну все, мы на вокзале в Неаполе. Мы здесь проездом. Сейчас сходим, покушаем пиццу. И поедем на паром, будем добираться до острова. Неаполь такой город, честно говоря, даже и не скажешь, что это Европа. Больше похоже на какую-то Азию. Ну все, мы уже нашли паром. Оксана с Владиком уже внутри, сейчас я вам покажу. Карабкайся, Владик. Мы едем на остров, будем отдыхать на острове. Все покажем. Подписывайтесь на канал. Это такой туалет здесь. Ой. Блин. Владик стал гиперактивный, вообще просто он не может сидеть, его невозможно взять даже на руки. Честно говоря, уже так хочется покупаться, уже так жарко и хочется прям нырнуть, но вода еще холодная, поэтому рановато. Через, наверное, недельки 2-3 будем ездить на море купаться, будем тоже вам все показывать. Как же отсюда выйти? Моя тележка! Пропустите! Ну все, наконец-то мы добрались до апартаментов. Сейчас я вам покажу, куда мы заехали. Владик уже осваивается. Да, Владик? Осваиваешься? Эй, ку-ку! Попался! Эй! Вот такая вот кухня. Оксаночка. Вот так вот выходишь на балкончик. Тут тебя встречает карапузик. Здесь вечером мы будем сидеть, отдыхать. Возможно, проводить трансляцию. Дюмомо, пошли, пошли со мной. Вот здесь сразу можно попасть в комнату. Вот, заходим в комнату, здесь опять Оксаночка. Тут вот все в рыбках, кровать. Жалко, нету детской. Душевая кабиночка. Ну, неплохая, что хорошая, в принципе. Так, ну мы за это заплатили... Мы за это заплатили 256 евро. Владик. Аккуратней. Так, а мы идем к морю. Сейчас покажу, какую да, красоту мы здесь цветочки. Увидели. Ну, я так понимаю, это какой-то отель. Ну, в общем, у них вот такой классный дворик. Отель вообще суперский, наверное. Thank you.
Владик увидел гуль. Любимые гули. Какая красота. Слушай, ну ноги можно помочить. Ну, если завтра жарко, жарко будет. Ну, не надо, не надо. Сейчас... А я завтра искупаюсь. Ну, кстати, да, можно было бы. Ну, Владику нет, это Владику уже рано. И куда ты меня тянешь? И меня одно. Давай. Сейчас, как... Ты неправильно становишься. Ну как? Владик, покажи, какая красота. Не, ну правда, очень и чисто такая. Чистенько, да, в глаза снимать. Бросается. Сейчас. Ой, какие сарафаны, я представляю их ценник. Да, Владик? Владик, тебя что, заклинило? Да, тут побывать, это, конечно, прям... Владик, танцы. Ну что, как вам здесь? Очень классно. Очень-очень. Ну, довольно-таки прям мега-мега курортный город. Не связанный с пляжем почему-то. Что здесь туристы делают? Почему не связанный с пляжем? Ну, как бы пляж-то, я бы не сказал, что хороший. Так ты его толком не видел. Вот этот кусок, что ли, ты посмотрел? Ну да, там, где, да. А где еще есть? Ну, все побережье. А еще классный город, но он, по-моему, на западе, северо-запад так, острова. Ага. Вот. Вот там, ну, типа, еще лучше вроде как. Ага. Ну, туда добираться, если я не стал. Еще час езды от порта, это было бы мощно. Владик, ты спать хочешь? Владик, спать хочешь? Конечно, хочет. Хочет. Пойдем в магаз сейчас. Зайдем. Че, сонные глаза, да? Ну да. Ты сейчас... Владик, мы сюда не играть пришли. Мы идем в замок смотреть. Вот, сейчас пойдем. Владик, мы в замок идем смотреть. Будешь в машинку? Будешь в машинку пахать? Че такое? Ой. Идем, идем, идем. Давай руку, руку. Какая длинная у меня рука, видите? Дотянусь до каждого неподписчика. Шутки мочишь. Шутки за 37. Блин, какая же тут природа. Все ухоженное настолько. Вот считай, уже сколько от центра мы отошли. Да. И как все равно все чисто, все подстрижено. Ну, мы привыкли в Риме там, блин. О, какие виды. А ну стой, дай-ка. Давай я пофоткаю здесь. Снимай микрофон. В общем, утро. Идем к замку. Вот зашли кофе попить. Увидели просто-напросто вот такой шикарный вид. Владик. Владик. Главное, проверить цены надо. Владик, считай кораблики. Не трогай там грязненько. Кака. Ну вот мы все еще идем к замку. Вот такой колорит, посмотрите. Вот наш Каляпусь. Улыбочку заслужили. Идем дальше. Вот. Хотим попасть в сам замок, посмотреть, что там, как интересно. Вот такая красота у нас здесь, друзья. Это просто шикарно. Это просто нет слов. Камни большие. Камни, молодец, Ваня. Вы
Вот интересно, конечно, что там. Знаешь, что напоминает? Помнишь, мы в Сан-Марино были? Однажды мы ездили в Сан-Марино, и, в принципе, там похожий такой городишко, он как бы на скале. Ну, все, в принципе, города, они, ну, вот, которые на скале, они однотипные. Uh-huh. А Баньора Эджи то же самое. Чао, грация! Бесплатно. А Владик у нас бесплатный пассажир, ему везде можно. Дуэ билети. Нельзя. Но видит. Владик, беги, родной. Беги, малыш. Вот это красота, Владик. Покажи красоту. Беги, беги вперед, малыш. Да. О, здесь лифт. Видео, но проблема. Окей, грация. Тикеты у тебя. Grazie signora, vi recepisco subito. Benvenuti. Grazie mille. Давай мне вот это отсюда, все в руках. L'entrata è questa qui, la casa del sole numero 7, che è anche poi l'uscita in parte finale, quindi ci rincontriamo qui. Окей. Мы ничего не поняли, но окей. Куда? Куда? Идем. Туда, налево? Не сюда, мне кажется, пошли нам, по-моему, все-таки направо. Цифра 7. А там... Да, отдай мне бумагу. О, там красиво. Цифра 7, что у нас там? А, ну вот, правильно. Это Дом Солнца. Дом Солнца? Да. Старинное здание замка, в котором в наши дни выставлены экспонаты прошлых эпох и современного искусства. Вот такие картины. Пошли туда. Смотри, как красиво там. А где твоя кепка? А кепка-то его где? Так. Держи его. Ух ты. Так, друзья, приготовьтесь. Смотрите. Владик, посмотри, где ты находишься. Так, куда собрался? Пойдем. Винокурни и погреба. Эти структуры возникли, когда спала опасность пиратских набегов. Люди вернулись на остров. Вот так. Значит, они покидали остров этот. Пошли. Вот, заляли пошли. Заляли пошли. Пойдем заляли. Сзади лялечка. Вот, сзади, на спине у папы ляля. Посмотри, какая красота, посмотри просто. Давай. Может, давай чуть-чуть подустал? Какие фонарики классные. Мы во сне. Мы, наверное, спим. Слава богу, что мы сюда все-таки поднялись, а не как обычно приходим и уходим. Так, Владончик что-то взгрустнулся. Ну, он уже устал, скажи, нон-стопом. Мы идем в тюрьму. Все. Ой. В Бурбонскую. Чао. Бонжорно. Бонжорно.
А вот решетки. Вот там. Поднимай ножки. Бурбонская тюрьма. Владя. Владик, покричи, Владик. Не трогай его, пускай кричит. Не надо кричать. Ему можно, все. Ну, специально не надо говорить. Это получается вот здесь сидели раньше, да? Отбывали срок. Подожди, здесь ты не видишь. А, смотри, в 1851 году вместе с преступниками там содержались политические преступники. Так, низко, агрессивные такие деятели итальянской эпохи Возрождения. Не, ну неплохая тюрьма, я бы сказал. О, в сейчас... В таком шикарном месте. Сейчас идем. Терраса оливковых деревьев. Аккуратно. Владик, посмотри на это. Море, море. Да, кораблик плывет. Господи, что за красота. Владик, глянь, ты где находишься, а? Подними его. Так ну вырывается. Ну, вы это видите, да, какая здесь красота? Даже уходить отсюда не хочется. Ты не боишься? Ух ты! Блин, вот бы нам так полетать. Давай. Не да. Надо, нам лучше посмотреть. В общем, мы вернулись из замка. Владик поспал аж целых 3 часа. Выспался, да, Владончик? А ну скажи что-нибудь. Идем на море, будем ужинать и с ними покажем. Я буду сегодня выполнять свое обещание. Кто смотрел, знает. Честно говоря, стрёмно, вода холодная. Все, купили тебе игрулечку. Сейчас будешь в песочке играть. О, щет. О, черт. Намечается шухерок. Разборки по-итальянски. Ты купаться будешь? Ножки помочь. Ножки помочь. А я весь целиком полезу. Так, ну вот мы пришли, в общем, на пляж. Владончик у нас играет. Ему все нравится. Смотрите, какой шикарный вид здесь. Оксаночка, что скажешь, нравится? О, молодец, насыпай, насыпай, Владик. Умничка, старается. Давай, давай. Ну что, видимо, пришло время мне искупаться в этой ледяной воде. Вода просто леденющая. Как мы видим, никто не купается, она даже прозрачная. Я ничего жути не навожу, я правда хочу искупаться в ледяной воде. Ну, мне нравится. Я возомнил себя моржом. Я сейчас ноги пошла помочить чуть-чуть. Ничего. Ты мне не советуешь? Мне очень холодно, правда. Ты думаешь, я простужусь? Вчера казалось теплее, сегодня, я не знаю, то ли ветер какой-то. Все. Ну все, в общем, я готов. Переключаюсь на GoPro. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, это жесть, вы посмотрите на это. Я не могу представить, что я сейчас нырну.
Офигеть! Она реально теплая. На, потрогай, я даже не замерз. Я через месяц. Через месяц она уже теплая. Я теперь буду купаться. Все, я открыл сезон. Ох, класс! Слушай, может, ты тоже искупаешься? А? Не, не хочешь? Ну все, короче, мы накупались, на пляже навалялись. Идем кушать в ресторан. Сейчас с Оксаной, с Владиком будем кушать. Так, ну в общем, вот что мы заказали. Как-то не очень мне нравится. Владик вроде бы кушает, все нравится. Вот. Это Оксана заказала, я себе думал, что суп, а в итоге ракушки. Миди. Миди, да. Mare. Офигеть. Море. Море. Руссо парла море. Море. Барка. Прибывает наш паромчик. Вон он уже заходит. Ну вот мы и закончили нашу поездку на остров Искья. Было интересно, надеемся, что вам тоже понравилось наше путешествие. Будем рады каждому подписчику, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!